147 миллионов 755 тысяч рублей получит Белгородчина для модернизации Староскольского центра молодежных инициатив. Начало реконструкции запланировано на следующий год. Средства пойдут на создание многофункциональных общедоступных интерактивных зон. В будущем там планируется проведение образовательных форумов с ведущими российскими спикерами и специалистами. Откроются студии звукозаписи и молодежное кафе. Изменения стали возможны благодаря всероссийскому конкурсу программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых». Заявки поступили от 51 субъекта. По сумме набранных в конкурсе баллов Белгородчина заняла 5-е место. Наибольшую субсидию получит Нижегородская область – почти 257 миллионов рублей. Наименьшую – Ямало-Ненецкий автономный округ – 17,5 миллионов рублей. Всего на эти цели из федерального бюджета Росмолодежи выделено 5 миллиардов на 2023 год и еще 10 миллиардов на 2024-2025 годы.